Привет всем! В этом видео хотел бы показать, как отклеить вот такую вот наклейку от очков, не прибегая особо никаким хитростям. Нам необходим скотч. Мы отрезаем небольшой кусочек вот такой вот, такого размера. Берем его двумя пальцами, приклеиваем к краям пальцев, создавая вот такую вот дугу. И аккуратненько наклеиваем ее на краешек, на самый. Вот таким вот образом приклеиваем. Старайтесь не попасть на стекло, чтобы потом клей не остался от этого скотча. И аккуратненько вот так поддеваем. Это может не с первого раза получиться. Вот вы видите, у меня не получилось. Оп, и все. Наклейка осталась здесь. Стекло, как мы видим, в порядке. Потом просто тряпочкой чуть-чуть протереть, и все. Такое нехитрое дело. Желаю всем удачи. Спасибо за просмотр.